и три болевыми приема. Ladies and gentlemen, we are set for our next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the ACB featherweight division, presented to you by Bingo Boom, the official partner of ACB 86. Check them out for betting on all ACB fights, MMA, and all of your favorite sports. Introducing to your set, fighting out of the blue corner, he is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 66.3 kilos. His professional record stands at 21 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Moscow, Russia, please welcome Murad the Strangler Machaev. Across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, 66.3 kilos. His professional record consists of 13 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Baksan, Russia, please welcome Mukhammad Gokov. And our referee in charge of the action, Ukash Bazowski. Продолжает свою работу на турнире ACB-86 Лукаш Базяцкий. Именно он будет обслуживать встречу в полулегком весе между Мурадом Мачаевым и Мухаммедом Коковым. Еще раз напоминаем, сегодня Мурад дебютирует в лиге ACB. Хотя боец, безусловно, большой, с приличным послужным списком. И еще раз отметим, 21 победа у него за плечами при 2 поражениях. Он в первую очередь борец. И посмотрим, сколько у него уйдет времени на то, чтобы перевести Мухаммеда Кокова. Ну и получится ли вообще это сделать. Плюс еще Мурад Мачаев привык выступать в легкой весовой категории. Ну, вы знаете, сейчас вот Мурад выглядит точно не крупнее Кокова. С точки зрения антропометрических показателей все очень близко. Очень нервное начало. Никуда не торопится Мухаммед Коков. Он ждет, когда соперник попытается пройти в ноги. Явно опасается этого. Сейчас на ближней дистанции зацепил Мачаева Коков правым оверхендом. Ну, а Мурад слева коротко попал. Ох, какое на сближение попадание от Мачаева. И тут же сохранил дистанцию. Не пошел вперед спортсмен в черных шортах. Раздергивают друг друга соперники. Видим такие качели сейчас в клетке. То сходятся, то отступают друг от друга практически все время. На одной линии находятся. Но при этом темп средний. Жди джеба. Еще дергай, дергай, дергай. Левую выше, держи левую. За правой следи рукой. Много сегодня зрителей пришло поболеть именно за Мачаева. Первым номером старается работать Коков. Поддавливает. Но опасается, это видно, что опасается тейкдауна на встречу в том числе. Очередной размен на средней дистанции и попытка прохода в ноги в исполнении Мухаммеда Кокова. Кто бы мог подумать. Посмотрим, как отобороняется Мачаев. Пока неплохо нагружает Коков, идет вперед. Ну, кстати, если брать именно показатели побед досрочных, то здесь 10 побед приемами у Мачаева и столько же побед приемами и у Мухаммеда. Поэтому сейчас ничего удивительного не происходит. Борьба за позицию. И, возможно, сейчас начнутся вот такие шахматы своеобразные в борьбе. Ну или, как это часто бывает, в поединке двух борцов встреча пройдет именно в стойке. И именно в стойке решится, кто же станет победитель. Пока что мы видим клинч. В атаке находится именно Мухаммед Коков, но Мурад Мачаев обороняется. Во время его, как он оттягивает руку, давай, да, непривычно, конечно, именно такая роль для Мурада. Обычно бороться с ним никто не хочет. Разрывается дистанция. Давай работай. И уже Мачаев идет в свой проход. Практически пробежал буквально всю клетку ACB сейчас Мачаев и совершил тейкдаун. А Мухаммед Коков оказывается прижатым к сетке.
обе ноги выключил сейчас Мачаев. Пытается улучшить позицию. И сейчас слегка освободился Коков. Тем не менее, нагружает дальше Мачаев. Немного не хватает ему пространства. Но мы знаем, что в этой позиции Мурат умеет и любит работать. И может контролировать соперника сколь угодно долго. Множество боев он выиграл именно благодаря своим борцовским навыкам. Пытается вставить ноги под бедра Мухаммед. Не получается. Соответственно, и не выходит отбросить соперника. Продолжает пропускать удары по корпусу. Поднимается на ноги сейчас Мухаммед. Да, рывком буквально оказался он на ногах. И не удалось удержать соперника. По прижатым к сетке Мураду Мачаеву бой продолжается в стойке. Коков понимает, что эпизод проиграл. Рванулся буквально вперед. И на выходе все чаще попадает Мачаев. Да, правым боковым зацепил он Мухаммеда Кокова. Вновь ворвался сейчас. И Коков уже рванулся вперед, пытаясь провести тейкдаун. Посмотрим, будет ли бросок. Каким-то чудом, просто оперевшись ногами на сетку, в последнем эпизоде Мурат Мачаев все-таки остался на ногах, а сейчас тейкдаун получился. Да, 1-1 по этому компоненту, совершенно точно. И время в первом раунде заканчивается. Вот в этом эпизоде Мухаммед здорово зацепил Мачаева. Ну и был эпизод, да, вот этот, где Мурат был уже успешнее. Ну и Мухаммед, и Мурат прекрасно понимают, насколько каждый из них опасен в борьбе. Не присаживается Мачаев в перерыве. Итак, начинается второй раунд. Вновь борьба за инициативу. Да, и никто не торопится брать на себя роль первого номера. Попадает сейчас Коков. Да, причем справа достал соперника очень жестко. Мачаев ответить не успел. Еще и точно в челюсть пришелся удар. Мы видим, что есть и кровотечение уже у Мухаммеда из носа. И пока непонятно, насколько сильно это затрудняет дыхание. Издалека начинает свои атаки Мурат Мачаев. Все видит Коков. Вот сейчас пропустил первый удар, но от второго уже сумел уклониться. Еще одна атака. Набирает весты Мачаев. Да, причем, обратите внимание, Коков не торопится контратаковать. Пропускает удары и остается на дистанции, не отвечая. Очень опасается Коков все-таки тейкдауном навстречу. Готовит удар справа и в итоге бросился в корпус Мухаммед. Снизу уже 5-6 ударов выбросил Мачаев. Да, и получается, что формально сейчас контролирует соперника. Контролировал Коков, но обоюдные там были удары. Найдет второй раунд, и Мурат чувствует себя более чем уверенно. Он уже понял, что на руках он не проигрывает. Ему удается защищаться от тейкдаунов. И пока ему даже комфортно оставаться в стойке. Да, важнейший бой в карьере Мурата Мачаева. Все-таки это его дебют в лиге ACB. И
Мухамедия в случае победы сразу же, причем займет он место Мухаммеда Кокова в рейтинге, а именно станет третьим номером. При этом можно понять Мурат Мачаева в том плане, что решил он выступать в ACB именно в полулегком дивизионе. Ну и, естественно, Мухаммед понимал, с кем ему сегодня предстоит драться. Начинает Коков поддавливать. Взял небольшую паузу Мурат и пропустил проход. В борьбе очень трудно удивить как одного, так и другого. По-прежнему оборонительные редуты крепки у Мачаева. Здорово финтит. Попал справа, через руку ответил Мухаммед Коков. И видно, что у обоих спортсменов уже сил остается не так много. Темп невысокий. И ну, в эпизодах обмениваются ударами. Многоударных комбинаций, опять же, мы не видим с вами. Да, при всем при этом будет только не так давно перевалил за экватор. Разбит нос у Кокова. И попал сейчас как Мухаммед. Похоже, что болтанул у Мачаева. И зачем пошел Мухаммед Коков бороться в этой ситуации? Ну, это, видимо, внутренняя установка. А попадание было четким и акцентированным. В итоге контроль. Вынужден обороняться Мурат Мачаев. Но в случае, если был он потрясен этим ударом, то... Есть возможность сейчас у Мурада восстановиться. Пусть даже и в обороне, пусть даже и баллы идут Мухаммеду Кокову. На выходе пробил целую комбинацию Мачаев. Один удар совершенно точно попал. Последняя минута второго раунда. Осторожно себя ведет Мачаев сейчас. Отдает пространство и инициативу. Прессингует Коков. Идет за соперником, но практически без ударов. Пытается упредить Мурат Мачаев Мухаммеда Кокова. Двойка по воздуху. Ну, ждет удобного момента Коков для того, чтобы начать комбинацию. Вновь напарывается на джеб. Последние секунды. Хорошо справа сейчас вновь попал Мурат Мачаев. Он просто активнее в этом раунде Мухаммеда Кокова. И по-прежнему представитель клуба «Крепость» пытается читать соперника. Ну, безусловно, Мурат более опытный боец. Что же там говорить. И сейчас он понимает, что этот раунд уже заканчивается. И, скорее всего, этот раунд останется за ним. Противостояние Мурата Мачаева и Мухаммеда Кокова вступает в решающую стадию. Начинается третий раунд. Коков попытался рвануть вперед, но вновь осадил его Мурат Мачаев в серии ударов. Раздергивает Мухаммед соперника. Но по-прежнему на руках Мачаев побыстрее. Навстречу тейкдаун. Выкручивается Мурат. Да, взял захват, прижал соперника к сетке, но в предыдущих эпизодах у Мухаммеда Кокова просто не хватало такое ощущение, что габаритов и сил, именно физической мощи для того, чтобы соперника бросить. Все-таки привык Мурат Мачаев бороться с гораздо более габаритными соперниками.
Да и, в принципе, Мурат практически все время борется, находится в своей стихии. Здесь его переиграть действительно очень-очень сложно. Есть захват под одну ногу сейчас в исполнении Мухаммеда Кокова. Разворачивает и в итоге докрутил корпусом Мачаев. Сейчас забирает позицию. Вот так получилось легко и непринужденно поменять положение вещей в клетке. Серия ударов по корпусу в исполнении Мурата Мачаева. Пытается отвечать Мухаммед Коков. И справа на дистанции выбросил удар Мурат. Захват под одну ногу, под вторую неплотный. И сейчас, казалось бы, уже ничего не может помешать Мачаеву бросить соперника, но каждый раз каких-то сантиметров не хватало. Выдергивает все-таки таз соперника и опускает на настил оппонента. И сразу же блокирует ноги в районе щиколоток, для того, чтобы опоры не было у Мухаммеда Кокова никакой. Устал Коков. Также устал и Мачаев, но сил все-таки Мурада, судя по всему, побольше. Затяжная атака, бьет раз за разом. Причем жесткое очень попадание было в последнем эпизоде, а сейчас будет ли бросок? Над настилом поднимает Коков соперника и бросает. Не тут-то было. Головой в настил, но каким-то кошачьим, невероятным образом Мурат Мачаев занимает в итоге атакующую позицию в борьбе. Ну и получается, что в принципе Мурат со временем этого поединка просто доказывает, что он лучше во всех компонентах. И в стойке, и в борьбе, и с точки зрения функциональной подготовки. Да, и, возможно, последнее является следствием предыдущих двух факторов. Да, он больше попал, он чаще навязывал борьбу. Вот сейчас взрывается комбинация ударов Мурат Мачаев и вынужден обороняться Мухаммед Коков. Остается менее 2 минут до окончания поединка. Ну да, это серьезная заявка Мурада. В принципе, и после этого поединка он наверняка уже может, ну, так скажем, начинать думать о титульных амбициях. Лучи побед. Естественно. Минута 30 до конца боя. Пытается выйти, но неужели на рычаг локтя отсюда не получится? И продолжает пропускать удары Мухаммед Коков. Так, посмотрел по сторонам Мачаев и подумал, ладно, пойду опять в борьбу. Да, поискал глазами табло. Ну, часто так делают бойцы, чтобы посмотреть время. Последняя минута боя. По-прежнему в атаке Мурат Мачаев. Продолжает прессинговать. Позицию бокового контроля выйти не удается, остается в диагонали и отчаянно сопротивляется Мухаммед Коков уже из последних сил, но делает все, что может для того, чтобы встать. Поднимается на ноги в итоге Мухаммед и совершит еще одну попытку, видимо, тоже перевести соперника на настил. Но этого может уже не хватить. Буквально все силы оставил Мухаммед в клетке. И сейчас действительно на морально-волевых качествах продолжает встречу. Ну не просто продолжает, атакует на последних секундах. Пытается взять захват за ноги как можно ниже, но мастерски обороняется Мурат Мачаев, не позволяет сопернику осуществить перевод, даже учитывая тот факт, что перевод этот вряд ли как-то сможет повлиять на судейский вердикт. Бой закончен. Да, и не будем скрывать, многие предполагали, что этот бой дойдет до решения. Аплодирует Мейрбек Касиев. Понравилось ему то, что сейчас происходило на протяжении 15 минут в клетке. Ну а Мачаева, вероятно, мы уже можем начинать поздравлять с победным дебютом. Да, причем с победным дебютом в поединке с одним из сильнейших бойцов полулегкого дивизиона ACB. Да, в интервью Мурат Мачаев отмечал, что сначала хотел бы все-таки дебютировать с соперником немного попроще, но, как опять же он говорил, Мурат никогда не выбирает, естественно, соперников. Как решил руководство организации, так и решило. И в итоге получился вот такой бой. Мурат оказался сильнее. Но сейчас еще дождемся, конечно же, судейского вердикта.
Итак, спортсмены в центре. Появляется ринганоцер Джефф Хьюстон, который уже знает результат. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at case side are all in agreement. For your winner, by unanimous decision, единогласным решением победа достается Мураду Мачаеву. Наше поздравление. Потрудился сегодня Мурат на славу.